Всем привет! Ну что ж, вот и настал последний момент этого последнего видео в этом 2015 году. Сегодня я не буду вам рассказывать, что со мной вообще произошло в 2015 году. Я просто хотела бы вкратце описать свои эмоции несколькими словами. Все свои эмоции, еще раз повторюсь, то, что меня переполняет, моими ощущениями, и то, как это все отразилось на мне. Хотела бы сказать, что несмотря на все переживания, трудности, которые мне пришлось испытать в этом году, их было тоже немало. То, что я со многими людьми не общалась, которые просто так сделали мою жизнь, направили меня в нужном направлении. Несмотря на это все, я все равно считаю, что этот год был самым знаменующим, самым идеальным и волшебным годом, который я всегда хотела бы представить в своей жизни. Да, я особо никуда не ездила, но тем не менее, я все это время находилась в кругу, в теплом кругу настолько родных мне людей и в настолько ином и родном для меня месте в Толкуне. Только некоторые люди поймут, что означает для меня это место. И хотела сказать, что я даже не представляю свою жизнь без него, без Толкуни. И если бы я не приехала сюда, если бы у нас не было здесь дачи, или в будущем, если меня просто как бы отделят от этого места, я не представляю свою жизнь, я не представляю, какой серой, однообразной и незначащей вообще никакой она будет для меня, не яркой. Я даже не могу подобрать слов к этому значению, потому что реально будет очень грустно и расставаться с этим местом, если я вырасту. Потому что я в любом случае вырасту, я в любом случае не буду здесь жить, не буду здесь сюда ездить, возможно, раз в год. Но тем не менее, я всегда буду помнить именно этот год, который изменил хотя бы на 99% меня. Я вам говорю, он изменил именно на 99% меня. Не на 100, но на 99%. Именно этот год, именно эти люди, эти слова, эти ощущения, эти испытания, эти приключения, все это именно в этом году изменило меня на 99%. Мне довольно грустно говорить об этом, я даже не представляю, как вообще такая несправедливость, что да, нами, конечно, это все не забудется, все пережито в этом году, оно не забудется нами, но тем не менее оно забудется временем, и это несправедливо, я не понимаю. То есть все, что было, к примеру, со мной, с моими друзьями, будем помнить только мы. Весь остальной мир этого не знает, и как бы особо ни с кем не поделишься, чтобы тебя люди поняли, поэтому я просто все высказываю именно сейчас на это на камеру. И, кстати, это было, пожалуй, с 30 на 31 это была последняя ночь, и мы с моими лучшими друзьями быстро переговорились вкратце о том, что же произошло. Возможно, сегодня мы тоже пока будем гулять, мы будем все это вспоминать. Конечно же, не без слез. И еще раз повторюсь, несмотря на все эти испытания, очень даже горькие, грустные испытания, которые нам пришлось пережить, мы это пережили вместе. Пускай уже не со всеми я общаюсь, но тем не менее, в мыслях они у меня существуют, в голове и в душе, и в сердце, они мне все еще остались, эти люди, даже с которыми мы не особо таки дружили прям, но все равно, они, еще раз повторюсь, сделали мою жизнь, они сделали все это вокруг меня, и я им хотела бы их всех очень сильно поблагодарить, всех до единого. И кто смотрит это видео, я хотела бы именно из моих друзей бывших, те, которые со мной сейчас, всех, совершенно всех я хотела бы поблагодарить. И я даже не представляю, что бы сейчас было, как все сложилось, как все получилось, какой была бы я и была бы я вообще сейчас здесь и снимала перед камерой это видео, если бы не эти люди. Спасибо вам большое, вот честно, от всего сердца я вам это говорю. И сейчас я хотела бы пожелать, чтобы именно этот Новый год вы отпраздновали в теплом, родном, необычном и ожидаемом для вас кругу, чтобы все получилось точно так же, как вы загадывали, как вы все планировали, так как я думаю, что очень многие люди планируют праздник. И также я хотела, чтобы все ваши желания, которые вы загадаете, обязательно сбылись, точно так же, как, наверное, и я, очень многие загадывают желания, сжигают и бросают его в бокал шампанским или с вином. Но думаю, именно после Нового года это приведет к большому веселью. Так что также будьте очень осторожны, потому что не все после Нового года находятся в адекватном состоянии, как бы это. И несмотря на то, что было в прошлом, всегда двигайтесь в будущее с хорошим настроением, с хорошими намерениями. Делайте все так, как вы хотите. Живите собой, живите своими мыслями, своими мечтами, продвигайтесь каждым днем к ним все ближе и ближе. Я хочу, чтобы у вас все в этом году сложилось точно так же, как вы желали, как вы загадывали, как вы хотели наперед, еще начиная только этот год или начиная только прошлый год, уже загадывая наперед. Хочу, чтобы вы провели следующий год с самыми лучшими людьми. Хочу, чтобы он точно так же изменил вас
Я вас их очень сильно люблю и думаю, что в будущем мой канал будет продвигаться, вас становится все больше и больше. Я буду делиться с вами вдохновением и любовью. И постараюсь не задерживать в следующем году точно так же видео, как я задерживала в этом. Я вас их очень сильно люблю и я в вас очень сильно верю. Пока! С Новым годом вас!